Звезды 90-х группы «Скутер» зажгла в российской столице. Их главный хит «How much is the fish?» – «Сколько стоит рыба?» – до сих пор имеет бешеный успех. Но за 15 лет фанаты так и не поняли, в чем же смысл этой фразы. Антон Воронин расспросил «Скутер» и узнал, сколько все-таки стоит рыба. Ответ на этот вопрос для фанатов, кажется, значения не имеет. Спроси скутеру публики, почем консервы или мясо, реакция была бы одинаковой. Многие считают, успех главного хита группы заключен не в словах, а в мелодии. Ведь популярность этой музыки исчисляется веками. «Wenn die Soldaten» – немецкий походный марш 1880 года. Когда-то веселый мотив взбадривал воинов перед сражением. Скутер догадались, что в современной обработке эта мелодия способна приводить боевую готовность армии меломанов. Но некоторые поклонники группы уверены, долголетие хиту обеспечил именно загадочный вопрос «Сколько стоит рыба?». Фанаты до сих пор гадают, какой смысл заложен в этих словах. Основная версия – так мужчины в Германии интересуются стоимостью услуг проститутки. Но что же конкретно имелось в виду, скутер держит в секрете. Сколько стоит рыба – это философский вопрос, и никто еще не находил правильного ответа на него. Правда? Я знаю правильный ответ. Рыба стоит 25 на. Это лучший ответ, который я когда-либо слышал в жизни. Ньюсблог приготовил авторам рыбного хита гастрономический сюрприз. Подарок пришелся музыкантам по вкусу. Любимая рыба в России. Желтый полосатик. Да, особо ей не наешься. Она очень легкая. Окей, спасибо огромное, я попробую. Умудрились порадовать группу «Скутер» рыбой по цене всего 50 рублей. Антон Воронин и Никита Френкель. Ньюсблог МТВ.